Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, уважаемый Владимир Михайлович, владыка, уважаемые руководители госпиталя, которые находятся в таком славном месте. Сегодня, в первую очередь, я от имени главы городского округа железнодорожного Евгения Ивановича Жиркова хочу поблагодарить за высокую честь присутствовать на этой конференции. Спасибо большое за приглашение. Мне думается, что проведение таких конференций, оно будет способствовать тому, что в нашем городе, во всей России, в конце концов, люди обретут спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. Потому что действительно, как кому бы еще, как не нам, врачам, знать, что всегда в нашей работе есть место чуду. Но это чудо дается людям не просто так. Это основа души, это великий труд, который вкладывают врачеватели своего пациента. И вот жизненный путь великого человека, святителя Луки, профессора, хирурга. Это, несомненно, подвиг и, несомненно, пример для подражания для всех нас. Мне очень хочется, чтобы в нашей жизни всегда присутствовала глубокая вера, глубокая духовность. И я думаю, что все здесь присутствующие будут делать все для того, чтобы наши пациенты чувствовали всегда от нас помощь и поддержку. Я желаю успехов всем принимающим участие в этой конференции и надеюсь, что традиция проведения таких конференций, проведение конференций, которые показывают глубокую связь между искусством врачевания и глубокой духовностью, будет продолжаться в нашем городе. Мы будем развивать и поддерживать эту традицию. Успехов вам, дорогие друзья и коллеги! Спасибо вам большое, Николай. Спасибо.